Слушайте, всем здрасте, спасибо огромное, что пришли, потому что я что-то так волновалась, что вдруг люди не придут. И да, я так волновалась, что даже сама от ужаса пришла, потому что мне казалось, то, что спорт понятно, и сюда я сама периодически хожу на какие-то лекции, но они всегда были связаны со спортом, поэтому когда Макс мне предложил рассказать про музыку, была у меня некая паника, я спрашивала все время, Макс, Женю спрашивала, а людям, спортсменам интересна музыка? Ну, в общем-то, мы решили, что да, интересно, поэтому спасибо, что пришли. Единственное, я очень хочу извиниться, у меня случилась некая техническая накладка, и, к сожалению, свои обычные слайды, которые я вот показываю, когда выступаю, я сегодня вам не буду показывать. Но, с другой стороны, может быть, это и к лучшему, потому что я буквально на днях прочитала книжку. Есть такой британский, он ученый, который занимается поведенческой психологией, также у него экономический бэкграунд, он читает лекции вон в школе экономики. Он написал книжку «Happiness by Design», и там, в числе прочих вещей, он говорил о том, что он никогда своим студентам, когда читает лекции, теперь не показывает слайды, потому что он считает, что наш мозг, когда переключается с одной активности на другую, то есть мы слушаем, а потом какие-то слайды, мозгу необходима некая энергия, некое усилие, и мы хуже усваиваем материал, это раз, и два, поскольку наш мозг вынужден переключаться, мы получаем меньше удовольствия от того, что происходит с нами сейчас и здесь. Так что давайте, я буду кое-что рисовать, ну просто визуально, но без слайдов, в общем, это, наверное, к лучшему. Хотела, наверное, в двух словах сказать просто, кто я, что я, как здесь оказалась, помимо того, что рассказал Макс. Я генеральный директор компании Sony Music в России и странах СНГ, а также Монголии. Соответственно, на этом почетном посту я уже 4 года вообще в компании Sony, я работаю 8 лет, и, честно говоря, стать генеральным директором именно иностранного звукозаписывающего лейбла, это была моя такая мечта чуть ли не с детства. И вот так вот 4 года назад она стала реальностью, чему я очень рада. До этого я работала в другой компании звукозаписывающей, Universal, работала на MTV достаточно долго. Но никогда на протяжении вот всего того времени я толком спортом не занималась. Я прям помню, как вот на физре надо было обязательно вырубать освобождение, просто по-любому. Знаешь, извините, что ты говоришь, Андрей Ульф, тоже работал на MTV в будущем. Я... Да, было дело, я, ну, как бы, да, понимаю, о ком речь, но он, наверное, попозже же был, чем я на MTV. То есть я была вот прям первой командой, которую MTV приводила в Россию, это было весело. Я слушал его в небольшом таком дружеском кругу, и он рассказывал тоже такую же историю, ну, то есть он из медиа, и он никогда ничем не занимался, а сейчас он супер увлекся спортом. Ну, вот так вот, я говорю, осторожнее, потому что реально, вот кто вот прям еще не вовлекся в это дело, затянет. Ну, и на самом деле, по поводу спорта, я... Пришла в Alaf Running 3 года назад, пришла на самом деле достаточно случайно, потому что моя знакомая, с которой мы вместе учились на британском MBA, она русская тоже здесь, а у нас все время с ней такое было какое-то соперничество. И я пришла, и она мне сказала, что она пробежала полумарафон. Я думаю, нифига себе, ну то есть она вообще никогда на меня не производила впечатление спортивного человека. А мне на тот момент казалось то, что полумарафон это ну вот примерно как слетать на Марс, потом на Луну, потом на Венеру, вернуться и попить чаю. Вот, посему была я сильно удивлена, и что-то зашла в Alaf Running, думаю, посмотрю. И я ехала, еще штаб был в другом месте, ехала я с высокой степенью скептицизма. Думаю, сейчас приду, вот в команду прям вот секта будет. Думаю, будет секта, встану, уйду, скажу до свидания и пойду. Вот, собственно, Макс делал вводную лекцию. Это была лекция программы подготовки к полумарафону в Лозанне. Как сейчас помню, в таких было обтрепанных трениках. Я сидела, смотрела, думаю, вроде ничего, вроде не сектант. Попробовала я заняться этой темой, соответственно, пробежала первый полумарафон, потом что-то второй, потом чего-то еще пробежала, потом решила, что ух ты, прикольно, наверное, марафон. Может быть, пробежать вот с Олесей мы пробежали марафон в городе Нью-Йорк в прошлом году. И для себя я реально сделала вот прям очень четкий вывод, и благодарна Максу, который сейчас спрятался, то, что мои предыдущие попытки заниматься регулярно спортом не заканчивались ничем. Ну, то есть они заканчивались тем, что покупаешь абонемент в спортзал, там первые 2 недели ты оголтело ходишь, третью неделю ходишь менее оголтело, а потом раз, что-то абонемент лежит, а ты лежишь на диване и как-то вы не встречаетесь. Вот, я прям четко поняла, это Макс рассказывал на водной лекции, то, что очень важно целеполагание, и очень важно, когда у тебя есть цель вот в этих терминах SMART. На самом деле, я большая фанатка этой конструкции. Наверное, вы ее все знаете, но я, знаете, я просто ее повторю, потому что это вот то, что в какой-то степени, да, там, изменило мое отношение к спорту. Вот это вот относительно целеполагания, то, что очень важно, когда вы ставите перед собой цель, чтобы цель была специфик. Слушайте, к музыке я сейчас перейду.
Ну, то есть, чтобы это была конкретная цель, не просто сделать что-то там, как-то, что-то. Чтобы у тебя была конкретная цель, что я хочу там 26 октября пробежать полумарафон, дистанцию 21, да, там типа 1 километров в городе Лозанна. Вот она прям четко. Чтобы она была measurable, ну, соответственно, чтобы ее можно было измерить. Потому что, как говорят наши иностранные друзья, что вот gets measured, gets done, что можно измерить, это делается. Соответственно, чтобы можно, даже если, например, там моя первая цель была в измеряемых терминах, очень такая, я просто хотела уложиться во время. Но тем не менее, да, там как бы ее можно легко было измерить, что я укладываюсь 3 часа, отведенные для полумарафона. Соответственно, чтобы она была, ну, здесь либо agreeable, типа, ну, ты должен там договориться с теми, кто участвует во всем этом, agreeable, либо achievable, ну, то, чтобы ее можно было достигнуть. Realistic, потому что, понятное дело, что я очень хочу стать рок-звездой, но, наверное, это уже не realistic. И time-bound, то есть это должно быть четко во времени сформулировано, что вот там 26 октября, там, ни позже, ни меньше, и когда это все как-то складывается вместе, вдруг все твои усилия, в том числе спортивные, они обретают некий смысл. И это позволяет лично мне. Там дождь не дождь, снег не снег, лень не лень, а мне всегда, если честно, лень. Ну, то есть, правда, я как бы очень люблю сидеть дома, слушать музыку, сериалы смотреть, бухать. Вот. Ну, то есть, а когда... И ты же находишь миллион вообще извинений для себя, чтобы вот прям всем этим заняться, а не идти в дождь, в снег, бежать двадцаточку в рамках подготовки. Вот, а когда у тебя есть цель, ты понимаешь, ну, поздняк метаться, ты реально уже, у тебя вот все, ты денег заплатил, всем рассказал или не рассказал, но вот это надо делать. И встаешь же, ведь идешь, и что-то делаешь, и как-то в конечном счете все получается. Я, честно говоря, ну, то есть спортсмен, продолжаю оставаться спортсменом таким достаточно медленным, я не быстро бегаю, то есть там сейчас вот я готовлюсь к марафону в Берлине, и там у меня опять-таки цель, она весьма такая скромная, если говорить по времени, но для меня, честно говоря, там то, что за 3 года я пробежала первый марафон, сейчас готовлюсь ко вторым, я сделала сейчас первую триатлоновскую дистанцию, спринт Сочи. Ну, то есть это реально как бы с тем, как было 3 года назад, и сейчас по-другому. И как-то что-то, вот я говорю, затянуло, я совершенно не хочу останавливаться. Это... Ой! Это да, у меня прям что-то, да, я сейчас буду здесь рушить. В общем-то, это оказалось очень весело, поэтому, серьезно, кто еще в эту тему как-то не вошел, я настоятельно рекомендую пообщаться с ребятами из Elof Running. И Elof Running – это очень хорошее такое, знаете, вот прям входное окно, вот такой вот мир спорта, который не процессный, когда ты ходишь в спортзал, и у тебя нет этой цели. У тебя есть четкая совершенно цель, и ты над ней работаешь, они помогают работать, они помогают. У них реально клевые тренеры очень. У них разные группы, у них весело, у них очень как-то расслаблено. То есть они понимают, что мы все люди работающие. В общем, короче, реально, кто еще не попал в эту историю, пожалуйста, попробуйте. То есть, и у меня одни из самых ярких впечатлений в моей жизни – это наш полумарафон в Лозанне. И потом мы с Максом, конечно, очень сильно жгли после, мы что-то прям праздновали, развлекались, танцевали, но это было очень весело. Танец разминки, как Ирина Борисовна показывала. Вот. У меня очень яркое впечатление – это марафон в Нью-Йорке. Я просто первые 15 километров, я бежала, я просто вот смеялась. Потому что там вот эти люди безумные, которые тебя приветствуют, эти какие-то там дети, которые тебе раздают какие-то конфеты, бананы, какие-то салфеточки дают. Ну, это реально очень круто, скажи, Олесь. Ну да, это сумасшедшая энергетика там просто. Ну да, то есть это прям... Ну и вот и сейчас вот первый триатлон, спринт, мне тоже было прям очень-очень весело. То есть у меня реально вот у меня такое, после таких вещей меня держит еще несколько дней ощущение какого-то оголтелого счастья. Вот, так что это коротенечко так, в двух словах буквально про спорт. Ну и сейчас тогда расскажу про музыку, как и обещали. Я, знаете, как предлагаю делать, поскольку я, ну, собственно, без слайдов, я буду что-то показывать, больше рассказывать. Если возникают какие-то вопросы по ходу моего рассказа, вообще не стесняйтесь, поднимайте руку, то есть давайте это сделаем в форме некой беседы, нежели просто такой вот лекции. Вот, давайте начнем, на самом деле, с таких основополагающих вещей, которые часто вызывают вопросы. На самом деле... Если, например, вы артист, какие основные источники дохода существуют вообще, откуда можно брать, делать деньги? То есть мы знаем, что там большие звезды, они богатые, у них джеты и все дела, личные тренеры, диетологи. Но, собственно, за счет чего они зарабатывают?
Соответственно, ну, все начинается с процесса, да, там некое создание музыки, фонограммы, и один из источников дохода – это то, что называется коммерческая эксплуатация созданной музыки, созданных фонограмм. И это то, что помогают рекорд-лейблы, такие как Sony Music, делать артистам, обеспечивать коммерческую эксплуатацию музыки. И про это я немножко расскажу подробнее. Соответственно, второй источник дохода – это, безусловно, концертная деятельность, это туры, это концерты, это какие-то частные шоу, на которые приглашают звезд. Третий источник дохода – это любая другая коммерческая деятельность, которая может быть связана с участием артистов в рекламе, в фильмах. Они могут быть ведущими. Ну, то есть все, что угодно. И организация концертной деятельности занимается, как правило, агенты концертные. И организация всей коммерческой деятельности, и в том числе переговорами с рекорд-лейблами, занимаются менеджеры артистов. У нас это иногда называют продюсер. На Западе продюсер – это больше понятие музыкальное. У нас же, говорят, продюсер, имею в виду менеджер, который занимается, такой обеспечивает всю коммерческую жизнь артиста. Вот. То, что касается нашей части, как звукозаписывающих компаний, как я уже сказала, это, собственно, коммерческая эксплуатация созданной музыки. И здесь тоже всегда-всегда много возникает вопросов, собственно, а что продаем-то, какой вид, ну вот особенно сейчас, ну то есть когда все диджитально, что именно продаем. И здесь есть такая, ну, наверное, мне кажется, простая очень моделька, про которую я могу рассказать. Вот, например, Макс взял и написал слова. Мне кажется, написал гимн «Алла Франинг». Прям такой написал текст, вообще отличный. А Олеся взяла и написала музыку такая прям на этот гимн. А потом вот Игорь пришел такой и говорит: «Ребят, вообще все отлично, но вот здесь вот в припеве надо вот это слово заменить на это, а в музыке давайте добавим, вот здесь вот у вас там типа хороший запев, хороший припев, но вот бриджа не хватает, добавил музыку». Вот у них, собственно, что родилось? У них в этот момент, они авторы, являются созданного произведения, у них родилось авторское право. Но здесь у нас возникает вопрос, их трое, как они будут вообще все это между собой делить? Ну, собственно говоря, будут они делить методом договоренности. Они сядут, обсудят и решают, что поскольку Макс и Олеся, они, ну, то есть вложили много всего своего труда, то им принадлежит 90% авторских прав в этом конкретном произведении. А Игорь, поскольку такой, немножко такой хвостом махнул, здесь что-то добавил, там добавил, он согласился, что, в общем, заслуживает он 10% этих самых авторских прав. Ну, хорошо, он поторговался, но все равно его промяли, и 10% ему досталось. Вот. Соответственно, вот это вот авторское право, мало того, то есть оно может быть сейчас современные произведения создают иногда там 5-10 авторов, проводят целый writing-camp, что называется, когда собирают прям в комнату, буквально не так давно рассказывали мне люди, которые этим занимаются в Лондоне, что они одновременно засаживают в комнаты там по 10 просто групп композиторов и лирицистов, ну, кто пишет слова. Там в каждой комнате может находиться по 5-7 человек, и они такие: «Все, пишите». И люди такие сидят, там что-то играются, и к концу дня или там к концу недели они выдают то, что написали. Ну, то есть, поэтому там может быть на одну песню, я не знаю, 10 авторов. Ну, по сути, да. Да, такой прям пшух. Вот. И дальше, как правило, сами авторы, которые написали песню, они не занимаются управлением этих прав, потому что, ну, они не будут ходить там по всем возможным клиентам, заключать сделки. Они что делают? Они идут в паблишинговые компании и передают в управление свою долю авторских прав. И вот здесь, конечно, для нас, как для звукозаписывающих лейблов, есть некая засада. Вот, потому что, например, там Олеся могла пойти в одну компанию паблишинговую, Игорь в другую, а Макс вообще совершенно третью. И потом, когда ты начинаешь собирать эти авторские права, выяснять, где что, у нас бывают случаи, что вот ты знаешь, где сидит там 95% прав, а вот какой-нибудь такой вот Игорь отдал свои 5% какую-то вообще непонятную паблишинговую компанию, которая в России не представлена сейчас, да. И мы такие: «Опачки, что же делать, что же делать?» А как, кстати, может быть, если три человека написали одну песню, и каждый из них пошел в разных компаниях? Ну, на самом деле, у них, то есть, по сути, да, то есть, как бы их доля, вот именно доля, они абсолютно вольны распоряжаться. Они не продают, они отдают это, как правило, в управление паблишинговой компании, да, и они могут это делать совершенно независимо друг от друга, то есть вот абсолютно независимо. Они могут написали песню, после этого они могут вообще больше никогда не встречаться и не разговаривать, и вообще возненавидеть друг друга. Ну, то есть есть такая тема, да, это как-то странно. А что эта компания дальше делает? Паблишинговая компания, она, соответственно, отслеживает, во-первых, каким образом используются эти права, ну, то есть кто из артистов, например, записал, каким образом дальше это звучит на радио, продается через диджитальные сервисы, включается, может быть, в рекламу и так далее. Соответственно, они должны, паблишинговая компания,
очистить, как мы говорим, права, ну, то есть выдать лицензию на такой вид использования, получить деньги и, удержав себе какой-то процент, дальше передать деньги роялти автору. То есть получается, сейчас паблишинговые компании занимаются тем, что размещают, например, на стриминговых сервисах, и это, собственно, и есть паблишинг, да? Именно по части авторских прав, да, совершенно верно. А дальше наступает следующий момент. Пришла какая-нибудь там певица Бритни Ивановна Шакирова. И она взяла, говорит, вообще, ребята, отличную песню написали. И она взяла эту песню, исполнила. Такая встала с микрофоном и спела ее. И в этот момент у нее родилось исполнительское право. Причем оно такое достаточно забавное, потому что в случае, если вот она стоит, поет, ее это исполнительское право, уникальное ее, потому что это она поет, оно рождается ровно в момент исполнения. И как только она последнюю ноту взяла, все, оно закончилось. Но потом пришла такая Арина. И говорит, вообще нравится мне все, прям очень-очень сильно. Поэтому хочу я записать фонограмму. Вот я хочу взять ваше это произведение. Бритни Ивановна Шакирова будет петь. Мы еще возьмем музыкантов. Там кто-то на дудочке сыграет, кто-то там на треугольнике. Вот, все это я все это финансирую, конечно же. Соответственно, мы записываем фонограмму. И у меня, ну то есть как у представителя лейбла, в данном случае, то бишь у Sony, родилось право производителей фонограмм. Вот, соответственно, и вот исполнительское право и право производителя фонограмм – это то, что называют смежное право. Ну, собственно, и в России, и за рубежом есть это понятие. И по большому счету всегда звучит все страшно, и я все время ругаюсь на молодых музыкантов, когда начинаешь им пытаться это объяснять, они говорят, фу, как сложно, вообще никогда это не пойму. На самом деле это не сложно, и это как бы, ну, то есть важно об этом думать и помнить, когда, ну, то есть музыканты и не музыканты пытаются что-то вот вокруг этого делать. Вот, в общем, не так это все и сложно. А дальше мы, как лейбл, обладая правами на, ну, собственно говоря, вот здесь вот, мы можем с этой фонограммы делать что? А можем мы делать с ней следующее. Ну, прежде всего, да, размещать сейчас, доводить ее, скажем так, до сведения, до конечного потребителя, соответственно, продавая конечному потребителю вот эту вот самую фонограмму. Продавать мы ее можем на компакт-дисках, на кассетах, на блюреях. Это то, что называется физической продукцией. Но основной источник дохода сейчас для нас, для всех, это диджитальные продажи, это размещение фонограммы на диджитал-сервисах. И это может быть либо iTunes, даунлоудинговые сервисы, когда ты покупаешь эту фонограмму, либо стриминговые сервисы, которые для себя открыл Макс, я сейчас тоже поподробнее про них расскажу, когда ты берешь, по сути, фонограмму на прокат. То есть ты ее можешь использовать до тех пор, пока ты платишь за нее. Соответственно, еще что мы можем с ней делать? Мы можем давать разрешение на включение эту фонограмму, например, в рекламу. Вот сейчас идет реклама Мегафона везде на каналах, в которой использована наша фонограмма Фаррелла Вильяма Хэппи, соответственно, то есть это они не могут включить без разрешения правообладателя, то есть нас и авторских, они платят нам за это деньги, мы отчисляем, соответственно, артистам полагающиеся им роялти. Также источник дохода, например, если вы идете в спортивный клуб или в кафе, бар, ресторан, и вы слышите то, что там играет музыка. В принципе, в цивилизованном мире, и у нас уже тоже почти, ну, в Москве точно совершенно, все эти бары, кафе, рестораны, они должны платить деньги в общество, которое собирает, собственно, деньги за этот вид использования, и это общество дальше делится деньгами с правообладателем. Вот. Есть еще там какие-то мелкие виды источников дохода, но основные вот сейчас... Радио, да, совершенно верно. Радио тоже, вот как бы это называется, бродкаст. Они тоже должны выплачивать определенный доход, процент от своего дохода, ну, как правило, рекламного. Вот. Должны выплачивать в пользу правообладателей. Но основное вот сейчас порядка 70%. У нас в России уже это диджитальные продажи. Говоря о диджитал и вообще о том, как сильно изменился мир, и то, что вот уже упомянул. Угу. А может возникнуть исполнительское право параллельно, если кто-то, какая-то звезда тоже решит это исполнить? Может. Мало того, на самом деле на Западе отличается законодательство от нашего. Там есть такая тема, что если первоначально фонограмма была опубликована для коммерческого использования, то есть релиз ее состоялся, то дальше совершенно не нужно очищать авторские права. То есть спела ее Бейонсе, а потом, знаешь, ты решила, что я хочу перепеть и записать, и ты можешь это сделать. То есть просто как бы ее выпустить. Единственное, там есть ограничение, если это прямой кавер, то есть ни текст, ни музыка не претерпели существенных изменений. Если они претерпели, например, там Бейонсе спела
как бы в одном стиле, а ты решила исполнить просто в стиле там heavy death metal, тогда нужно разговаривать с авторами, получать разрешение на переработку. Вот. И есть такие кейсы, на самом деле, достаточно забавные, когда, например, артисты, поссорившись с своим рекорд-лейблом, там, уйдя от рекорд-лейбла, брали и переписывали ровно ту же песню, просто делали идентичную совершенно фонограмму, вот прям очень идентичную, но они просто ее перезаписывали, и все, могли ее отрелизить сами. Поэтому, да, вот. У нас если даже фонограмма уже была опубликована коммерчески, все равно нужно с авторами чистить право на, ну, собственно говоря, там, на повторную публикацию. То есть считается все равно право на переработку. Поэтому все равно, если даже это кавер, то нужно идти к авторам, ну, вернее, в паблишинг и разговаривать. Ой-ой-ой, сколько вопросов. Вот там девушка была первая. Я понимаю, что всеми этими делами в основном РАО занимается. Нет. РАО... На самом деле, то есть это Российское авторское общество, у нас такие подкованные люди, ура. Российское авторское общество, оно занимается, на самом деле, сейчас, по большому счету, только сбором денег за вот такие виды использования, как бары, кафе, рестораны, как радиостанции. И у нас нету паблишинга, это, ну, вернее как, у Sony есть паблишинг, просто не я им управляю, Sony ATV он называется. Вот, и есть, ну, много достаточно других паблишингов, и, в общем, всегда молодым музыкантам говорю, если у вас есть выбор, ну, в общем-то, лучше не в РАО идти. То есть РАО, он, ну, то есть сейчас проходят изменения, слышали, да, наверное, это было громкое дело, вчера объявляли, вчера или в понедельник? Вчера. В понедельник, вчера вторник был, в понедельник, да, объявили приговор бывшему генеральному директору РАО, и там мне очень, конечно, нравится вся эта история, ну, то есть человек реально совершенно очевидно, наверное, наворовал миллионы, ему миллиарды. Ему всего полтора года условно дали. И он такой вдруг неожиданно, у него в декларации написано, что он зарабатывает 4 миллиона рублей в месяц, и он прям такой своего кармана взял и компенсировал 300 миллионов убытка РАО. Прям вот как-то неожиданно нашел такой, поковырялся, опа, вот сигарета, а вот 300 миллионов. В общем, поэтому РАО, наверное, сейчас не лучший вариант. А что вы хотели? Я хотела еще про радио спросить. Ну, наверное, с появлением стриминговых сервисов как-то изменилась роль радио в продвижении музыкантов, может быть, и насколько. О, да, сейчас про это расскажу. А, хорошо. Да, это прям вообще хорошая тема. Сейчас, Аян. А сейчас, Аян, ты что хотела что-то спросить? Практически всегда. Ты представляешь, да? Что такое исполнительское право? Что такое исполнительское право? Что оно дает? Ну, собственно говоря, это твое право. Если ты как исполнитель, там, ты пела или играла на чем-то, то ты имеешь право на вознаграждение, на выплату доли от того дохода, который получает за коммерческое использование фонограммы. Ты можешь его двумя способами реализовывать. Либо ты его продаешь, например, ты играешь там на гитаре, тебе заплатили $200, как бы, и все, да, там ты сказал больше ничего. В данном случае зависит от того, ну, то есть... Первоначальное разрешение, как правило, от авторов получают рекорд-лейблы, ну, то есть вот некое разрешение, которое вкладывается в фонограмму и создают ее. Хорошо, а с рекорд-лейблом надо договариваться? Ну, рекорд-лейбл договаривается скорее с тобой. Ну, то есть если он хочет, чтобы именно ты пела именно эту песню. Хорошо, я просто по такой ситуации, допустим. Караоке спела? Да, да, я как раз. Допустим, пришла Маша из лишней караоке и спела мне песню, что спела Бейонсе. Подружки записали ее на телефон, выложили в YouTube. Ну, в данном случае... просмотров заработала много денег. Ну, знаешь как, то есть в данном случае, по большому счету, нет. То есть живое исполнение, оно не требует отдельной договоренности с авторами. У нас просто в стране несколько, то есть формально не требуется, но у нас есть авторы, которые как бы отзывают свои права. Там есть, не знаю, Юрий Антонов. Я буквально, слушайте, тут на днях сидела вот так вот просто на скачках через стол от него. И прям так хотелось мне к нему подойти, но я все время себя сдерживала, потому что он же известный человек, который просто ходил в свои времена по горбушке, потом по лейблам, и просто реально физически вот так вот вламливал людям, которые, как ему казалось, воруют у него все. Вот. Поэтому нет, то есть если как бы это просто живое исполнение, тогда получается либо караоке, либо концертный зал, где это происходит, они авторам должны через РАО за публичное исполнение заплатить процент от дохода. Ну, то есть вот таким образом. Ну, еще два вопроса, это к вашим вопросам. По поводу уличных музыкантов, то есть у нас пока тоже это никак не регулируется, да? Да не, уличные. Вот по поводу фонограммы, то есть вот вы сказали, что, допустим, сыграл человек, например, поучаствовал в записи аранжировки, а каким образом лейбл вообще находит, это сессионный музыкант для какого-то проекта, или музыканты сами могут влиять, например, в процесс?
сильно зависит, реально сильно зависит и от музыканта, и от основного артиста. То есть есть ситуации, да, когда рекорд-лейбл подбирает, есть артисты, которые работают со своим составом, то есть, а если это группа, то понятное дело, что, ну, то есть это группа, между которыми они там типа сами делят роялти. Соответственно, музыканта, который принимал участие и внес какой-то вклад в запись аранжировки, то есть, например, он какую-то партию там придумал, он, соответственно, тоже получает какую-то часть прав. У него есть это исполнительское право, но я говорю, ну здесь как бы есть два момента. Оно либо, если это просто вот фиксированный гонорар, то есть ты на чем-то сыграл, ты получил свой фиксированный гонорар, все, ты больше не претендуешь ни на какой процент от последующих доходов. Либо договоренность другая, то что какой-то процент от последующих доходов ты получаешь. Ну то есть это опять-таки зависит от договоренности с лейблом. Да, давайте, последний вопрос, я дальше расскажу. Ой! Вы имеете в виду с точки зрения. Вы имеете в виду от. Нет, ну артист. Вот извините, конечно, уважаемый. Сейчас я расскажу вот про это, как мы забираем тоже. На самом деле тоже ведутся вокруг этого споры, но если, например. Ну так, сейчас очень грубо, прям очень грубо. Если, например, там продали на 100 рублей, ну то есть там, не знаю, какой-то трек стоил 100 рублей. Соответственно, еще раз повторюсь, это очень грубо. Сервис, который это продавал, он удерживает себе порядка 30%. Соответственно, порядка 60% получает рекорд-лейбл, порядка 10% идут на авторские. Но надо не забывать то, что по большому счету, ну окей, там типа у сервиса были вложения там технологические, на там типа research development, на поддержание этого всего, но как бы они такие, они уже были, это по сути там оверхеды. То, что касается рекорд-лейбла, он из этих денег платит роялти артистам, эти роялти, ну то есть они высоки, он платит за создание фонограммы, он вкладывается в нее, он платит за продвижение, за все-все-все. То есть по большому счету маржинальность рекорд-лейблов, и сейчас вокруг этого, ну то есть большие идут обсуждения, маржинальность рекорд-лейблов, она реально очень низка, то есть это из разряда там менее 10%. Плюс ко всему есть такой момент, что, то есть негласная статистика, но я ее слышала просто там от своих коллег высокопоставленных из Нью-Йорка, то, что порядка 75% выпускаемых треков, ну вообще артистов, которые релизятся, на них рекорд-лейбл теряет деньги, порядка 20% break-even, и только 5% приносит столько денег, что позволяет компенсировать все вложения, на которых лейбл теряет. И получается, что, знаете, такой бизнес у рекорд-лейбла очень рискованный. То, что это... Музыкальный венчур. Ну, по сути, да, причем такое, знаешь, вот из разряда, это же не стиральный порошок, когда ты можешь там формулу туда-сюда, ты сделал ресерч, там, типа, там, домохозяйки вот с такой прической, они предпочитают упаковку красного цвета, ты знаешь, что, твой порошок обладает такими-то свойствами, ты там хорошо старгетировался, когда есть четкий функциональный, да, вот посыл. В нашем же случае, блин, ну вот это реально музыка и совершенно непонятно. Ну, то есть там может работать 350 крутых продюсеров, саундрайтеров, ну вот был пример, например, последний альбом Кристины Агилеры, который мы релизили Sony, там очень крутые были продюсеры, очень крутые музыканты, очень крутые саундтреки, это был прям супер-мега провал. Ну, то есть с точки зрения продаж это провалилось. То есть нет вот этого волшебного рецепта, поэтому бизнес у рекорд-лейблов, он очень, очень рискованный, по сути, своей. Можно вопрос насчет рецепта? Угу. Много исследований проводится на эту тему, и насколько, в принципе, сегодня записывающие компании заинтересованы выявление этого рецепта, потому что есть примеры, например, продюсеров, ну, вам, наверное, знакомы как команда Макс Мартин или Доктор Люк, которые, ну, практически каждый релиз становится супер успешным. И, собственно, многие, наверное, Ну, Доктор Люк, и мы помним, какие скандалы были супер успешные, да? Ну, с Кешей. Но есть профессиональная деятельность, и в этом отношении он. Знаете как, тоже, ну то есть да, есть люди, которые, у которых есть некая там, не знаю, интуиция, чуйка, которые при этом еще пытаются исследовать треки, у нас делают наши коллеги, треки на структуру исследуют, на звучание, что лучше воспринимается аудиторией. Но знаете как, вот серьезно, это все равно дает сбой, потому что настолько вкусы аудитории меняются, настолько они меняются быстро, поэтому, конечно, здорово, когда есть некие статистические данные, сейчас с помощью сервисов диджитальных их можно получить, обрабатывать, смотреть, что именно становится популярным, но
все равно какая-то интуиция именно в звукозаписывающей индустрии, вообще в шоу-бизнесе, ну, то есть она будет всегда, то есть от нее никуда не деться. И есть, вот я говорю, люди, и вы там перечислили людей, там тоже Калвин Харрис. Ну вот удивительнейшим совершенно образом, то есть он делает ровно то, что нужно. И знаете, вот если честно, тоже наш артист, каждый раз, как к нам приходит трек, мы, у нас сидя здесь в офисе локально, мы его слушаем и такие типа, что-то Калвин, вот непонятно, что он в этот раз сделал, наверное, не будет хитом. Фигак, выстреливает просто совершенно сумасшедшим образом. И вот сейчас нам прислали трек очередной, совсем в другом стиле, вот вообще. И мы уже такие тоже, ну какой-то странный, наверное, не будет хитом. А сами понимаем, что, наверное, будет хитом. Просто вот он это как-то просек там на несколько шагов вперед. Вот. Хотела я рассказать по поводу, то, что вот уже сейчас мы сказали по поводу... Просто, чтобы не возвращаться, у меня такой вопрос. Например, я Бритни Спирс, да? Я там спела... Здравствуйте, Бритни, очень приятно. Я спела какую-нибудь красивую песню. Девушка пробежала и сняла ролик «I love running» и включила эту песню в свое видео. Выпустила на своем канале на YouTube 500 миллионов... Девушка-блогер. Да. Использовала мою песню. Вот в этом случае как защищаются? Слушайте, с этим немножко засада. Буквально сегодня мы обсуждали, сидели, разговаривали про блогеров, обсуждали эту тему. Если есть, например, там, не знаю, телевизионный фильм, который в том числе там потом выкладывается на YouTube, или там сериал, или реклама, в этом случае это синхронизация, и тогда производитель этого фильма должен прийти к нам, или телевизионной передаче, должен прийти к нам и очистить права. Вот. Если он не приходит, мы судимся. Вот, например, сейчас у нас достаточно было громкое дело против Первого канала телепередачи «Вечерний Ургант», где мы выиграли. Вот, реально прям большое было такое дело. Случай с блогерами очень пока неочевидная тема, потому что, с одной стороны, то, что выкладывается на YouTube, я как правообладатель, я могу выбрать два варианта. На YouTube выкладывается, например, «Танцующий котик», и там играет Калвин Харрис. Я могу в системах сказать, я это монетизирую, соответственно, часть дохода, если там реклама размещена, она приходит ко мне. Если я не хочу, чтобы котик танцевал под Калвина Харриса, мы пишем «не монетизировать», соответственно, когда юзер пытается загрузить своего котика с моей фонограммы, там у него вообще блокируется, ему там пишут, что по требованию правообладателя ролик не может быть размещен. Мы, как правило, выбираем, ну, то есть если это то, что называется «user-generated content», мы, как правило, выбираем, ну, типа, ну, бог с ним, пусть танцует, если там это не порнография, не пропаганда чего-то неприятного, зачем должен следить YouTube. Мы это монетизируем. Но с блогерами ситуация становится немножко другой, потому что, с одной стороны, это user-generated content, с другой стороны, у них уже прям реально получается очень охватная у многих аудитория, и они многие вещи используют для монетизации, которую мы не можем отследить. То есть, например, девушка пробежала, а бежала она, да, там, в кроссовках Adidas, она там бежала под нашу музыку, соответственно, мы не видим этой монетизации. А она, в общем-то, делает это уже, по сути, в коммерческих целях. Здесь нет четкого сейчас регулирования, но я думаю, что будет индустрия с этим разбираться. То, что я говорю, здесь неоднозначно. Здесь не просто танцующий котик или там ребенок какой-то сидит на горшке, все умиляются, да, там, а он сидит под Бритни Спирс. Поэтому здесь... Ну вот мир меняется очень быстро, и не всегда и законодательство за ним угоняется, и не всегда даже... Участники рынка вот так вот, ну, то есть могут быстро отреагировать. А если я, скажем, веду блог, и я хочу, чтобы, не знаю, мой котик двигался именно под эту песню, достаточно ли мне просто указать, что я, например, в таком-то видео использовал такую-то песню, или, ну, просто указать авторство? Это будет правильно, или это никак не зависит? Знаете как, указывайте, ну, то есть реально указывайте, и опять, пока можно действовать, исходя из того, что если вы размещаете блог, ну, свой влог на YouTube, то правообладатель должен сам решить, ну, то есть хочет он его монетизировать с помощью user-generated контента, коим является ваш котик, либо не хочет. Если не хочет, вы его просто не сможете разместить, потому что по технологии фингерпринт, ну, вот как отпечатки пальцев музыкальные, да, будет контент заблокирован. Ну, это как бы, знаете, это надо искать правообладателя, понимать, кто... Ну, например, да, меня, но там еще авторские права. Но поэтому я говорю, если пока это в чистом виде user-generated content, если там нету откровенной рекламы в самом ролике, вот прям откровенной рекламы какого-то продукта, то и бог с ним, пусть танцует. Ну, то есть претензий со стороны правообладателя быть не должно. То есть YouTube должен решить эти проблемы за вас, либо заблокировав, либо не заблокировав это видео. Так что вот.
затронули мы эту тему по поводу того, как, в принципе, меняется потребление музыки в связи с тем, как меняются технологические, да, там, технологические способы донесения музыки. И это прям суперинтересная тема, я могу про нее говорить годами, и тоже там нет одинаковых ответов, ну, вернее, правильных, неправильных ответов. Как уже Макс сказал, начали мы, вообще музыкальная индустрия начала с того, что продавала физические носители. Музыка была записана на какой-то физический носитель, это могли быть бобины, это могли быть потом виниловые диски, потом это были кассеты вот эти страшенные, потом CD были, вот. И вдруг случилась диджитальная революция, и все вообще перевернулось, и весь мир музыкозаписывающей индустрии оказался немножко такой разбитого корыта, потому что продажи физической продукции падали просто в пропасть. Диджитал-продажи, на тот момент это был практически iTunes только, они вообще не компенсировали вот это самое падение. И было вообще непонятно, что делать. Казалось, все, музыкальная индустрия умирает, и лейблы пытались чем-то заниматься еще, пытались заниматься менеджментом артистов, не всегда успешно, вернее, почти никогда не успешно. Вот. В общем, были тяжелые времена, и ровно вот в этот период я прям обратно вернулась в звукозаписывающий мир прекрасный. Думаю, ну ладно, как Древний Рим. Повеселимся 3 года и все умрем. Вот, но потом случилась еще одна революция, то есть это была уже революция внутри диджитал, это, собственно говоря, стриминг, стриминговый мир. Основное отличие, как я уже сказала, именно в том, что когда ты покупаешь музыку, ты за нее платишь единоразово, и ты получаешь ее в свою собственность. В случае со стриминговыми сервисами ты берешь, по сути, музыку на прокат. Как это работает с нормальными стриминговыми сервисами? Работает следующим образом. Ты такой находишь Apple Music, например, либо, если не на Android, но, правда, тоже сейчас доступен, находишь себе Яндекс.Музыку, Deezer, Google. Ну, то есть их сейчас достаточно много представлено здесь, в России. Сейчас ВКонтакте наконец-то запустили свой музыкальный сервис под названием Boom. Соответственно, ты платишь подписку. Как правило, ну, то есть в случае с Apple Music это 169 рублей, в случае с Deezer это 229 рублей, у Яндекса тоже сейчас 229 рублей. На самом деле в месяц вообще ничего, ну прям серьезно, это даже не бокал пива. Ну это у них промоушен был, в принципе у них 9.99, но, к сожалению, Spotify нет у нас в России, прям все ждем не дождемся. Но, в общем-то, из-за вот эти вот смешные деньги ты получаешь доступ практически ко всей музыке, которая вот была создана, создается сейчас и будет создана в будущем. А ты можешь эту музыку прослушивать, когда ты подключен в интернете, именно посредством стриминга, но если у тебя есть подписка, ты можешь кэшировать это в память телефона, соответственно, нет интернета, летишь в самолете, вся музыка доступна, ты все равно ее слушаешь. Единственный момент, то, что если ты перестаешь подписываться, твоя музыка у тебя исчезает. Вот, но... Даже кэшированная, да. Ну, то есть при либо следующем выходе в интернет, либо если ты там долго не выходишь в интернет, там у них у каждого стоит сколько-то по времени, после этого музыка, да, она исчезает у тебя. Но, знаете, если честно, я очень давно перешла на стриминговый сервис, и сейчас у меня даже это вызывает недоумение, а нафиг я вообще покупала вот это вот все. У меня есть очень много каких-то там дисков, которые я слушала один раз в своей жизни, я понимала, что вообще фу-фу-фу. Вообще у меня прям нет никакого желания слушать это дальше. То есть стриминговый сервис – это очень клево с точки зрения открытия новой музыки, очень здорово с точки зрения рекомендаций, когда тебе сервис сам рекомендует на основании твоих каких-то предыдущих прослушиваний, что тебе еще послушать, ты слушаешь, это нравится, отлично, закэшировал, не нравится – в топку. И я иногда вот, ну прям веду жаркие споры, я знаю, что у очень многих людей, даже артистов, есть какой-то консерватизм, в частности, вот Игорь знает, мой самый любимый артист Сергей Лазарев. Это просто какой-то кошмар. Я его просто, вот когда только стриминговые сервисы, они зародились, я ему сделала подписку на Spotify. Вот. И вот это уже не знаю, сколько лет было. И на протяжении всех этих лет мы прям реально с ним рубимся. Он такой, мне неудобно. Я говорю, ну как это может быть неудобно, если он до сих пор покупает диски в iTunes, ну вот типа релизы. И он мне говорит, я здесь нажал на одну кнопку. Я говорю, почему на одну кнопку? Ты реально нажимаешь, все равно у тебя 2 клика. Здесь у тебя 1 клик в стриминговом сервисе. Но, в общем, тем не менее, стриминговые сервисы растут. И музыкальная индустрия наконец-то стала расти после вот этого чудовищного падения благодаря стриминговым сервисам. Сейчас по данным IFPI уже 3-й год подряд, ну вот сейчас они только еще не официально опубликовали данные, но по сути 3-й год подряд мы растем во всем мире, растем там порядка 3-5%, что немного, но по сравнению с тем, что мы падали по 40% в год, это реально счастье и радость. И в России... А вот Apple, например, они, получается, две модели сохранили, то есть и купить ты можешь, и это немножко путает, кстати. Путает дико. Угу. Они потом откажутся от покупки, да? На самом деле,
знаешь как, проблема в том, что Apple, они опоздали со стриминговым сервисом, они реально промумили нужный момент, и когда еще никто не понимал, что делать, вышла маленькая скромная компания Spotify шведская, они запустили эту стриминговую модель, и реально на тот момент вообще никто не понимал, что вот оно случилось, будущее перед нами. И уже на тот момент, когда Spotify стал доминировать в мире, там, с точки зрения количества пользователей и оборотов, iTunes такие спохватились, такие, ой, батюшки, нам же тоже надо запустить стриминг. Но поскольку у них на тот момент достаточно сильный был продукт с точки зрения там, оборотов и всего, и влияния iTunes, они попытались соединить эти два продукта. Ну, в общем, на самом деле они продолжают расти, но в том числе, может быть, из-за того, что они пытались их объединить, Spotify все равно продолжает во всем мире доминировать. Вот я говорю, к сожалению, у нас пока нет Spotify. Я все... Не знаю, встречалась я с ними в феврале месяце в Нью-Йорке, тоже задавала вопросы, здравствуйте, господи, миленький, ну когда же вы придете, я вас так люблю. А что у них проблема с чем? У них проблема, на самом деле, несколько у них проблем. Во-первых, у них сейчас первая часть, это то, что они должны выйти на IPO в этом году обязательно. Потому что иначе это прям будет совсем катастрофа, поэтому стратегически для них это более важно. Россия для них стремноватый рынок. Они первый раз попытались зайти, даже генерального директора наняли. Вот. Потом случилась вся эта история с Крымом, с санкциями, с кризисом финансовым на тот момент. Они что-то стреманулись, реально, сейчас кусают локти все капитально. А вот сейчас они еще одну из причин мне назвали, говорят, слушайте, ну после того, что случилось с LinkedIn, нам типа стрёмно. Вот, потому что все равно мы не можем данные полностью хранить на иностранных серверах, и нас также могут в любой момент типа вытурить. Но вот сейчас, не знаю, я надеюсь, что как-то, может быть, мы им тоже поможем эти проблемы решать. Соответственно, и стриминговый мир, он изменил не только, по сути, то, как мы потребляем музыку, как мы ее находим и так далее, он изменил еще психологию очень сильно потребления музыки. Знаете, на самом деле, во-первых, что случилось? Когда мы покупали физические носители, они стоили денег, их было не просто достать. Тебе нужно было совершить какие-то действия, оторвать свою попу с дивана, поехать в магазин, здесь нет, поехать в другой, заказать откуда-то, ждать 3 недели, там, не знаю, наконец-то привезли. И плюс ко всему, поскольку это стоило, ну, ощутимых денег, ты же не мог купить прям много-много всего, поэтому там, заполучив свои эти заветные диски, ты их слушал, и ты слушал их по несколько раз. Это, по сути, заставлял себя любить их. А есть же такой вот принцип, что мы любим ту музыку, которая нам знакома. И не случайно, да, там горячая ротация на радиостанциях, это такая вот ротация чуть ли не каждый час. Чем чаще ты сталкиваешься с конкретной фонограммой, тем она тебе кажется вначале знакомой, потом уже и неплохой вовсе, а потом ты ее любишь всей душой, но потом она тебе надоедает очень сильно, но тем не менее. Вот, поэтому мы слушали от начала до конца, и мы реально как бы, ну вот, мы формировали привязанность к артисту, мы узнавали про его дальнейшую дискографию, мы узнавали о том вообще, что это за артист, чем он живет, чем дышит и все дела. Сейчас музыка стала доступна, она стала доступна легко, ты просто ткнул пальцем, ты послушал песню, ты не даешь ей шанс. Если она тебе не нравится там с первых там 30 секунд, ты думаешь, да ну нафиг, у тебя же реально весь мир в кармане, ты перематываешь. Вот, и поэтому сейчас потребление музыки становится все более и более потрековое. То есть артисты не, конечно, потребители не формируют, им сложнее формировать вот эту привязанность к конкретным артистам, как бренду, как вообще какой-то там личности. Они слушают потреково. Мало того, ну, то есть мы понимаем, записать альбом, там, типа, где есть 10 супер-мега композиций, это сложно. Понятное дело, что там люди выдергивают понравившиеся песни, составляют плейлисты. Людям самим даже лень составлять плейлисты, они пользуются уже созданными плейлистами. И не случайно сейчас вот мы видим и слышим то, что, знаете, вот даже ради интереса, у нас же еще подключено, я вот заведу вам, например, нам композицию, вот я уверена, что вы каждый ее слышали, просто вот однозначно, но сказать, что это за артист, чем он живет вообще, есть ли у него какие-то еще... Ну, вот. Ну, то есть вот реально сейчас просто эту песню слышали все абсолютно, но вот, то есть она прошлым летом была отовсюду, она стала самым стриминговым треком прошлого года. Она стала одним из самых закачиваемых треков прошлого года. Ну, услышали все, да? Ну, в общем, это один из примеров. И на самом деле, с одной стороны, то есть для нас, как для музыкальной индустрии, это вроде неплохо, потому что потребление идет. Треки стримятся, люди платят деньги, но с точки зрения такого вот длинного разреза очень сложно, например, вкладываться в развитие артиста, если столь изменчивая аудитория,
Если ты понимаешь, что ты там вкладываешься в артиста, они при этом слушают просто по трекову. И ты, например, сделал один крутой трек у артиста, а людям, в общем-то, все равно, кто его пел. Главное, что это вот такой узнаваемый трек. Поэтому, да, психология сильно изменилась, и в том числе маркетинг сильно меняется вокруг артистов, вокруг треков, вокруг всего. То есть артистам, чтобы прорваться, мало того, музыки еще стало больше, просто ее легче стало делать. То есть если раньше это действительно требовало студии, это профессиональный звукорежиссер, это вот эти вот безумные аналоговые пульты, то сейчас, в общем-то, сидя дома, там где-нибудь на кухне с компом, можно делать вполне конкурентоспособную, особенно танцевалку, можно делать вполне конкурентоспособную. И артистам, чтобы прорваться сквозь вот этот вот безумный шум, им нужно выделяться. И как мне сказал мой бывший начальник, который долгое время руководил Эпиком в Нью-Йорке, он мне сказал, на самом деле, чтобы стать реально такой звездой, артистам нужно быть немножко карикатурными персонажами. Ну, то есть они должны быть как-то вот выпячивать вот какие-то вещи. Там Леди Гага очень хороший этому пример, да, там вот эти вот все ее выходки с платьем из мяса, это, безусловно, помогает. И еще, знаете, сейчас я быстро хотела нарисовать, мы до сих пор как бы вот мы используем некую сегментацию по части употребления музыки, которая нам помогает, когда мы планируем наши какие-то маркетинговые активности и так далее. То есть вот есть для нас некая пирамида. На верхушке этой пирамиды находятся фанатики, как мы их называем. Это те люди, для которых музыка прям вообще центр их вселенной. Они тратят кучу денег, они знают артистов, они разбираются в современных там тенденциях, они реально ездят на концерты, покупают мерч, они делают все-все-все, чтобы нам было хорошо, но в процентном выражении их меньше, естественно, от большей части аудитории. Если смотреть на возрастную сегментацию, то здесь в основном сидит аудитория молодая. И, к сожалению, чем дальше мы идем по жизни, тем, в общем-то, меньше и меньше музыка становится важной для нас, но за исключением там неких сумасшедших людей, к которым я себя тоже отношу. Соответственно, фанаты часто бывают такими... Да. Мы причем делали, у нас есть исследование, которое проводилось в 17 странах мира, и мы делали в России, но просто совершенно определенно. То, что аудитория 45+, они, конечно, никчемные. Не, ну именно с точки зрения музыки, за редким исключением. Соответственно, дальше идут... Забыла, как они называются. Вообще аудитория, которая потребляет музыку. Ну, то есть, скорее, здесь пристрастие к музыке, оно скорее является основой для сегментации, оно уже влияет на то, как они активно пользуются сервисами, как они потребляют музыку. Потому что здесь фанатиков сидит очень много, которые покупают до сих пор винил. Ну, то есть просто они, вот как раз за счет них винил растет. Они, то есть не обязательно именно диджитальные сервисы. И, кстати, многих из них, особенно кто любит рок, кто любит какой-нибудь тяжелый рок, их очень сложно перетащить на сервисы диджитальные, потому что они такие... Слышу, типа, фальш. Вот, теплый ламповый звук. Понимаешь, вот это вот прям. Я тут сама ходила на курсы звукорежиссуры. Думаю, вот я хочу реально прям понять. У меня просто была артистка, которая такая, не буду на этот микрофон писаться, мне нужен микрофон ламповый. И я такая думаю, может, действительно, я что-то не понимаю. Может быть, действительно, было бы все по-другому, если бы ей дали ламповый микрофон. Там прям до истерик. Не буду вообще. И я пошла на курсы звукорежиссуры и там писалась и смотрела, там ламповый, не ламповый. Ну, ну, слушайте, на самом деле нет, если мы пишем там супер-мега-качество, там, не знаю, у нас оркестр сидит и все дела, то тогда, наверное, да, если мы пишем там просто предзаписанную фонограмму без единого живого инструмента, и потом это в MP3-качестве всем доносим, то, пардоньте. Короче, дальше у нас идут энтузиасты. Это люди, для которых, собственно, музыка, она, безусловно, важна, они тоже тратят достаточно много денег, но это не такие сумасшедшие, да, там, фанаты, они больше подвержены влияниям. Соответственно, дальше идут, собственно говоря, casuals. И вот эти вот casual потребители, они вот из разряда, они, конечно, знают, что Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк — это разные люди. То есть они даже, может быть, узнают такие, послушав там Джастина Тимберлейка, они скажут, что знаем эту песню. Но они в основном слушают радио, они в основном, если говорить о тех же стриминговых сервисах, ну, то есть винил они точно покупать не будут. Если говорить о стриминговых сервисах, они вряд ли будут руками искать артистов, они либо шазамят понравившийся им трек, либо слушают плейлисты, которые, собственно говоря, для них заботливо сделали кураторы этих самых диджитальных сервисов. И по музыкальным пристрастиям, если здесь у нас сидят люди с достаточно замороченными, глубокими музыкальными пристрастиями, это более сложная музыка, это более сложные стили, то здесь сидят в основном, конечно, потребители мейнстрима. Вот. Ну, и мы понимаем, то, что мейнстрим, да, там тот же хип-хоп, он был когда-то вот здесь, сейчас он абсолютно стал
в таком своем попсовом проявлении, абсолютно кажуальной истории. А вот здесь сидят индифференты. И вот, как я уже сказала, здесь больше всего людей взрослых, мы их так иногда называем «голубой огонек». Все, что как бы у них происходит в жизни, они, конечно же, помнят, что Алла Пугачева и все ее друзья раз в год их очень сильно порадуют песнями. Ну и, собственно, все, что их связывает с музыкой. Хотя они тоже слушают радио, ну, то есть там как-то где-то. И понятное дело, что мы в своих компаниях обычно ориентируемся, ну, то есть в зависимости от того, какой это стиль и вообще что и как, но нам нужно, если количество, то мы понимаем, что нам надо на казуалов, мы смотрим, откуда они берут информацию о музыке. Вот здесь вот радиостанции нам, да, очень должны помогать в этом деле. Музыкальные каналы. И к вопросу о радиостанциях. Стриминговые сервисы, как-то есть какое-то взаимодействие с ними, например, с рекомендательными какими-то сервисами? Потому что у них же есть свои алгоритмы, но могут ли, допустим, радиолейбл вносить изменения в эти алгоритмы на какой-то период времени? И, могут. И, например, плейлисты, вот, ну, то есть как-то оказывать влияние вместо того, чтобы работать с радиостанциями, работать со стриминговыми. Это тоже хороший вопрос, на самом деле, потому что то, что касается рекомендательных сервисов, рекомендательной части стриминговых сервисов. Есть два подхода. Есть подход абсолютно роботизированный, и есть подход кураторский. Например, тот же Deezer, они идут по пути роботизированного подхода, они исключительно просто ориентируются на алгоритмах, и те рекомендации, которые они тебе выдают, они основаны на том, что ты слушал или отметил и так далее. На самом деле они неплохо угадывают, мне нравится, как Deezer рекомендует, у них, на мой взгляд, конечно, страшенный совершенно интерфейс, я прям каждый раз открываю, рыдаю, но с точки зрения рекомендаций они неплохи. Есть подход кураторский, как, например, у Apple Music. Они считают то, что именно такой, то есть они пытаются сочетать, но именно кураторские рекомендации для них очень важны. И они прям там типа своих редакторов прячут от всех, чтобы там на них никто не оказывал влияния, что они такие независимые, вот они создают, ну действительно так и есть, но рекорд-лейблы, ну и вообще артисты, они могут, естественно, влиять, ну как влиять? То есть мы отправляем, я могу рассказать, как мы обычно влияем, например, выпускаем мы трек Сергея Лазарева и Дмитрия Билана, вот, который они исполнили, дуэт, они исполнили на премии Муз-ТВ, понятное дело, что там два конкурента поют вместе, у нас еще такая обложка, они прям, ну прям круто. Вот, мы понимаем, что это прям вот будет бомба-бомба. Даже кто вообще не любит ни Билана, ни Лазарева, вот эти вот казуалы, которые им будет все равно интересно. Они такие, о, что это они вместе, еще обложка такая странная, и песня называется «Прости меня», надо послушать. Мы, конечно, хотим, чтобы этот трек включили во все плейлисты, чтобы поставили там Apple Music какие-то там нам баннеры. Мы начинаем Apple Music из разряда отправлять всю информацию, говорить, ребята, пожалуйста, посмотрите, вы не понимаете, как это круто, ты. Ну вот ровно таким образом, но решение все равно остается за ними. Ставят они, не ставят, то есть понятно, что они поставили нас с Биланом и с Лазарем. Вот, но это вот из разряда просто вот такой вот работы. То, что касается соотношения радиостанций и стриминговых сервисов. Все время мы сейчас отсматриваем, пытаемся следить, что происходит. И если раньше, совершенно точно, чтобы сделать хит, нужна была поддержка радиостанции, и была корреляция такая, что вначале радиостанции берут, потом начиналась какая-то история с продажами диджитальными, сейчас вообще все не так. Корреляция настолько неочевидна, и даже сейчас, наоборот, радиостанции смотрят на поведение в стриминговых сервисах, они смотрят на поведение в Шазаме, и, исходя из этого, они начинают брать или не брать какие-то треки. Плюс ко всему, вот видите, блин, мне жалко, что слайды у меня вот эти, у меня есть прикольный слайд сравнения. То есть у меня прям вот так вот выложены, то есть типа песни в AirPlay-чарте в российском, ну, собственно, наиболее ротируемые. И у меня выложен чарт Apple Music стриминговый и чарт Boom, это сервис ВКонтакте. Ну и, конечно, то есть у нас чарты радиостанции меняются намного более медленно. У нас там какие-то есть люди из разряда, ну, то, что вообще в стриминге не появляется. То есть там Иракли какой-нибудь может там появиться. Вот. Если смотреть на стриминговые сервисы, например, то есть сейчас в Apple Music, там, по-моему, из топ-10 как минимум 2, а может быть и 3 трека, это Скриптонит, который ни одна радиостанция... 4. Понимаешь, да? Ты послушал «Текло по бедрам», послушал вот это все? Я не смогу, но я послушал один. Но на самом деле... Послушал новый альбом, слушал. Слушайте, я буквально вчера разговаривала. На первом месте сейчас уже очень много дней в Apple Music стриминге. На первом месте даже по заказчикам было. И на первом месте в ВК трек «I Got Love» Мияги и Неншпиль. Ребята-хип-хоперы из Владикавказа.
Реально трек, ну вот серьезно, на мой взгляд, он очень хорош. Ну, то есть прям со всех точек зрения, он сложен по структуре, но он реально хорош. Я буквально вчера разговаривала с людьми с русского радио, я говорю, ну вот, seriously. Ну, то есть вы не ставите, вы вообще как будто этого явления не существует. Они мне сказали, это я принимаю, что там про наркотики, но с другой стороны, всегда можно запикать. Ну, то есть радиостанции сейчас, они более консервативные. И, например, в Скандинавии радиостанции FM-диапазона закрылись, потому что там правит стриминг всем миром. И я думаю, что у нас в России эта тенденция, ну, то есть они не закроются, безусловно, но нам в какой-то степени это и лучше, потому что если раньше они абсолютно правили миром, и мы к ним ходили на поклон, то теперь есть некий баланс. И по большому счету, конечно, контент, если он клевый. Ну, вот я говорю, вот Агатлав, хороший пример, без единой радиоротации, вообще без ничего. То есть хороший контент может прорваться. Если раньше такой пример был только Иван Дорн, который без ротации в свое время вышел. Сейчас таких примеров все больше и больше. Ну и хип-хоп, конечно, сильно рулит. А может обратная ситуация случиться, когда, ну сейчас же, допустим, с Яндекс.Музыкой достаточно легко заключить договор, он формально подписывается, и группа может выложить свои треки в этот сервис. Может ли такое быть, что вы, допустим, заметите и возьмете под свой крыло? Может. Более того, то есть на самом деле мы все время следим, и я вот тут вот дала строгое прям указание всем своим. Я сказала, что, ну, то есть, например, у нас действительно был некий такой провал, который я прям признаю всем, когда мы промумили появление такого прекрасного артиста, как Джах Халиба, из Казахстана. Из Казахстана. Хип-хоп-артист. У него реально начался движ ВКонтакте. То есть прям было видно, что пошли стримы, пошло какое-то обсуждение. Ну вот мы удивительным образом промумили, наши конкуренты не промумили, подписали его. Поэтому сейчас наоборот, то есть мы должны настолько вот прям держать ушки на макушке. И еще раньше тоже было такое, что мы слушали треки, о, ну это не радиоформат, типа нафиг. Сейчас немножко другое. То есть даже если это не радиоформат, то это не нафиг, если мы понимаем, что есть аудитория. Так что да. Так что если вдруг что, какие-то гениальные треки вам попадаются, какие-то артисты, на ваш взгляд, гениальные, мы в компании Sony Music всегда открыты, слушаем, смотрим, всегда единственное заклинаем. А время получается такая настройка, то есть у скриптонита немножко, ну, он на сборе, да? Скриптонит, ну да, он там, и это не наша тема. Нет, они сами. Ну, то есть Газгольдер, они такой локальный, то, что называют инди-лейбл, которые, в общем-то, на самом деле они неплохо себя чувствуют и большие молодцы. То есть мы делаем какие-то иногда проекты, там что-то мы по спонсорству с ними буквально там на прошлый день встречались, разговаривали, что можно сделать. Но по части музыкального материала они сами. Ну, а вы чувствуете конкуренцию с этими инди? Чувствуем. Это тоже тенденция к... Чувствуем, да. Нет, на самом деле рынок становится все сильнее и сильнее, более сегментированным. Вот, и тоже тем же рекорд-лейблам приходится меняться, потому что раньше, в общем-то, при некой такой монополии, то есть нужны были большие бюджеты, нужны были какие-то большие связи. Вот, сейчас рынок, он, с одной стороны, проще, просто легче, да, там, ну, как бы, то есть и музыку сделать легче, ее попытаться донести куда-то, но, с другой стороны, сложнее, потому что вот этот шум, его очень сложно преодолеть, очень много всех. И большим рекорд-лейблам тоже приходится меняться, то есть как мы работаем, что мы делаем. То есть из разряда сидеть на большом каталоге очень важно, курить сигару. Вы всегда знаете, у меня вот реально такое было, знаете, вот как типа такие буржуазные персонажи из «Незнайки на Луне». У меня в детстве была книжка, они такие все были в цилиндрах, они курили такие огромные сигары, у них были монокли. И вот прям иногда, когда мне говорят про такие, ой, ваши типа мейджеры, они же прям ужасные персонажи, мне все время кажется, что люди нас представляют ровно такими, что мы такие зажравшиеся, обдираем артистов, сидим с моноклем, с такой вот живот. Но мы не такие. Спортом не занимаетесь? Нет, ну что, конечно, у нас же сигара вот такая. Можно вопрос такой? А вот вы говорите про новых артистов, да? И интересно, вы, когда слушаете трек, вы его рассматриваете именно как продукт, который может куда-то зайти, именно как трек? Либо вы смотрите, что там, грубо говоря, артист или группа показывает, вот именно по мастерству. Например, такой приведу, что в свое время, в 11 году, «Вещь лежит» Оксимирона, он там вообще никуда не зашел, вот, но при этом все признали, что скиллзы очень крутые у парня. Вот, и, собственно, сейчас он на этих скиллзах, он уже ничего не изменилось, по сути, в городе после «Вечного жида», да? Ну, может, на тему. Ну, вот, но, по большому счету, ничего, я согласна, да. Да. И как он был взрослым, так и остался, да? Вот. Я сейчас на Рэп.ру перечитывал рецензию на «Вечный жид», она очень такая слабая, говорю, что это там чуть ли не может быть, когда-то будет интересно кому-то. Вот. Ну, вопрос такой, вы на что смотрите? На продукт или на скиллзы какие-то? Что человек может, чтобы его, может быть, направить как-то? Знаете как, мы,
То есть есть два варианта работы с локальными артистами. И первый вариант – это, по сути, если мы лицензируем уже готовый продукт, и мы так работаем с артистами, которые, ну, то есть уже состоявшиеся, например, с той же там Лободой, она нам приносит готовый продукт. Мы... Лобода наша, да. Послушай, пожалуйста, много-много раз. Но она в чарте очень даже есть. Знаешь, надо мной вот реально всегда ржут все, когда начинают говорить про Лободу, такие, ой, это все же эстеты, все такие, ой, ой, что это Лобода, все дела. А потом я вот прям знаю, что всех запариваю, все равно все тайно начинают слушать Лободу. Потому что она настолько вот серьезно на российскую аудиторию, на российское ухо, ну прям вот не поспоришь, понимаете, твои глаза. А, так вот, что-то, Аяна, смеешься, ты просто прошла, да, через это, когда я всем слала, да. А, то есть в этом случае, вот, тут еще все будет. В этом случае мы оказываем практически, ну, минимальное влияние. То есть мы можем там, мы иногда разговариваем там, может быть, там выбираем какие-то миксы, мы можем там говорить по поводу обложки, но тем не менее мы лицензируем уже готовый продукт. И второй вариант, это когда мы работаем с начинающими артистами, и здесь мы можем и должны оказывать более такое влияние и быть более вовлечены в процесс создания материала. И вот здесь, да, тогда там мы должны слушать, то есть стендар специалисты. Кстати, вот тоже сейчас такое отвлечение, но никогда же не знаешь, что будет. Вот эти вот индар-специалисты, артист и репертуар, которые должны искать новых артистов, должны для них создавать материал, подбирать материал, вместе работать, там, делать какую-то концепцию. Я для себя поняла такую вещь, то, что поскольку мир сильно изменился, те люди, которые вот сейчас есть на рынке, ну, в общем-то, ну, то есть они очень грамотные, профессиональные, но надо растить молодое поколение, ну, то есть вот такую вот смену, потому что все равно музыка – это такая история для молодых, агрессивных и прям вот, особенно в стриминговом мире. Поэтому решила я, сейчас у меня есть цель найти, ну, двух, может быть, трех людей, которые, из которых мы потом, как Sony Music, взрастим супер-мега-эндарщиков. Мы, да? Очень прекрасно. Не, ну, то есть мы что делаем? Мы сейчас просим тем, кому интересно, прислать такие видеоинтервью, там, ответить на три вопроса. Соответственно, по результатам этих видеоинтервью Оля Лотова, которая занимается у меня локальным развитием локального репертуара, она отсматривает людей, приглашает уже на личную встречу. Мы для этих людей хотим сделать такую месячную программу обучения. То есть это будут там лекции и представители Sony Music, и лекции продюсеров, и какие-то материалы. Ну, то есть вот на все это мы будем смотреть. Они будут смотреть, мы будем рассказывать, мы будем ездить там по студиям и так далее. Соответственно, экзаменом станет их представление какой-то концепции развития интернет-направления в Sony Music. И, ну, я думаю, что, не знаю, сколько мы отберем, человек 10-15, ну, как пойдет. А вот уже по результатам экзамена мы возьмем двух людей, уже пригласим к себе, и эти люди станут частью нашей команды. Дальше мы будем еще сильнее их развивать, то есть они поедут на другие территории, будут смотреть, как работают эндарщики. Они будут ходить на курсы звукорежиссуры даже еще. Я вот пока первый уровень, но на второй тоже пойду, они должны ходить на 35-й уровень еще. Ну, то есть вот этим заниматься. Поэтому, если есть среди вас или у вас есть знакомые какие-то... Арина, можете просто курсы делать для обычных людей. Курсы для обычных людей. Понимаешь, я вот сама хочу все на курсы закончить эту звукорежиссуру. Ну, в общем, я реально, я считаю, что как бы есть куча людей, которые за такую работу... Ну, вот я, блин, я в 18 лет, мне кажется, почку бы принесла, сказала, берите, вот только научите меня всему этому, а если меня еще отправили куда-нибудь в какую-нибудь территорию... чтобы я посидела там с каким-то индарщиком, еще в студию меня там посадили, ну, в общем, не знаю. Поэтому, если что, мои контакты есть на Фейсбуке, пишите мне и присылайте всех этих людей, да? Арина, такой вопрос, меня зовут Роман. Здравствуйте, Роман. Моя девушка, она работает в Сколково, и она, вы видимо, выпускник московской школы. Не, я... Она мне прислала приглашение на ваш сегодняшний концерт. На самом деле, я один из, потому что их очень много и очень большой менеджмент. Не так давно мой друг, который занимается здесь в России электронной музыкой, он мне прислал кастинг на вашу вакансию. Как все сошлось. Да, я вот сейчас все это услышал, на самом деле, от самой неожиданности. Думаю, где-то я видел прямо несколько дней назад. И вот вы. Ну вот. В общем, такой вопрос. Вот вы в России сейчас говорите, что вы там ищете новых талантов, развиваете. Но у нас есть очень большая яма, которую нужно сокращать в плане того, что музыканты и рекорд-лейблы и все остальное, они не работают так, как они. И это
где-то эту яму, я думаю, что она будет очень долго сокращаться. Надеюсь, что вот вас, вот так, таких людей, как вы, которые вот, вот мне буквально недавно вроде сказали про это, а вот вы сегодня не выиграете. Таких людей, как вы, ну, будущее образование, и большое спасибо. Ой, спасибо вам большое. Какой прекрасный вопрос. Сейчас потом подойдите, я вам отдам ваши 500 рублей. Спасибо. Я правда спасибо. Ну, если что, присылайте своего артиста. У меня прозаический вопрос абсолютно. Вы как будучи мейджор-лейблом, кого вы можете из инди-лейблов, или не из инди, а просто из маленьких, кому воспринимаете серьезно? Все вот вашей индустрии, да, в принципе, выигрывает. Наши конкуренты, знаете как, если смотреть, то есть мы пытаемся ориентироваться по долям рынка, но у нас в России нету прозрачных данных по долям рынка, опять-таки, потому что инди-лейблы маленькие не хотят делиться этими данными. Не хотят они делиться, ну, я могу только так спекулировать, почему. То есть я думаю, что там, может быть, они иногда с налогами как-то креативно действуют, может быть, там роялти как-то креативно выплачивают артистам. Поэтому данные собрать очень сложно. У нас есть данные FPI, которые основаны на неких эстимейшенах. Я каждый год с ними прям вот спорю, говорю, я не согласна. Но сейчас уже они приблизились более-менее к какой-то реальности, но по таким вот прикидкам по долям рынка, то есть есть три мейджора, это иностранные звукозаписывающие лейблы Sony Music, Warner и Universal. Из локалки сейчас хорошо себя по доле рынка чувствует первое музыкальное издательство, но у них там куча, они себе купили лейблов, туда и мелодия входит, и эффекты входят, ну то есть там куча всех. Хорошо себя чувствует Black Star, очень хорошо. Velvet Music, это Ёлка, это вот эти вот исполнители, у них с долей похуже дело обстоит, но тем не менее они тоже заметны. Ну и дальше там идет куча-куча какой-то малышни, которые иногда с чем-то выстреливают. Ну то есть вот, например, сейчас, потому что мы в эту пятницу выпускаем дуэт Барских с Лободой, то есть Медиаленд, ну то есть вот они реально работают с Барских, и 7 лет они работали, ничего не происходило, потом случилась песня «Туманы», и вроде как они раз и долю подрастили за счет песни «Туманы». Вот, ну вот, да. Меня так это радует, если не представляешь просто. Меня радует то, что бегаю. Интересно, Макс, как же погрузился, когда бегаешь? Ну, я недавно погрузился, давно. Ну, в общем, у меня тяжелее погружение проходит. Часто и вся эта современная музыка, это в России, по крайней мере, это походу рэп. Ну, сейчас, судя по всему, да, это Скриптонит, Оксимирон, там и так далее. Миллионер Эндшпиль. То есть рэп-бак. Вообще, как жанр распределяется по прослушиванию? Вы же как-то определяете, что вообще люди слушают? Знаешь, как определяем? Я все время пытаюсь какой-то использовать статистическо-научный подход, но при этом, блин, поскольку нету вот, ну, данных таких вот, которые можно просчитать, у меня сидят ребята, каждый раз мы придумываем какие-то супер-мега-модели, как вот просто не имея данных, но вот... Ну, практически, знаешь, там, проанализировав чарты и примерно прикинуть, сколько это может быть, если это, я же вижу только свои продажи, сколько это может быть продаж, там, что-то построить. Ну, в общем, на самом деле у нас все равно такая танцевальная попса рулит, то есть это как бы есть. Но сейчас действительно, особенно в стриминге, у нас хип-хоп прям очень сильно вырвался. Причем тоже хип-хоп, наверное, на две части можно делить. Первая часть — это представители Black Star, да, потому что, ну, то есть у нас там мод, например, вот... Вчера на «Мисс Русское радио» я его наблюдала, понимаете, он же как бы, ну, он хип-хоппер, но там такая просто совсем попса. Егор Крид даже иногда у нас считается рэпер. Ну, то есть это прям такая история. А есть, типа, такая немножко трушная история, ну, вот как раз они. Вот, и по большому счету, да, это два основных направления. С роком все плохо, ну, то есть с гитарной музыкой, в принципе, все плохо. А ведь это в России или в мире тоже? И в России, и в мире. И мало того, то есть, поскольку я вообще с детства всегда была такой очень альтернативной девушкой, прям наглухо, я, конечно, всегда очень печалюсь, но я реально однозначно признаю, и в мире тоже. Ну, то есть в мире просто рынок больше, поэтому понятное дело, что там легче артистам, играющим гитарную музыку, просто охватить какой-то кусочек аудитории за счет того, что она больше. Но даже если посмотреть на тенденцию, например, тот же Coldplay, мы помним, они начинали, на самом деле, как, ну, то есть, типа... Новая волна брит-попа. Они играли, как мы помним, на гитарах. Сейчас же вообще это наглухо просто электронная музыка.
И в мире по поводу хип-хопа такая же история. И в Америке очень сильно, да, там R&B, хип-хоп, урбан музыка, она прям прет. В Европе на локальных языках, опять-таки, рулит хип-хоп. И причем все мне рассказывают, наша территория, то, что никто трушный хип-хоп, радиостанции не играют. Я не могу понять на самом деле. Ну, то есть это огромная аудитория, на нее вообще радиостанции не работают. А в стриминге хип-хоп рулит трушный на каком-нибудь там голландском языке, прям вот. Ну и плюс ко всему с этими ребятами еще, то есть для нас тоже проблема, с ними работать сложно. Они в своей вообще теме, у них свои группировки. Я сейчас погружаюсь в эту тему, и каждый раз, когда я встречаюсь вот с кем-то из... Часто в Голландии есть. Да, вот знаешь, такая просто, чтобы отдышаться. Не, я здесь пытаюсь общаться, и когда я прихожу, я поняла, что надо сразу сдаваться, и сидят, понимаете, прям совсем молодые ребята. Я говорю, ребят, ничего не понимаю, простите, переслушала все, но у меня есть такая тема, что я, например, я искренне слушаю. Ну вот к вопросу, да, там об Оксимироне или Скриптоните. Вот у Скриптонита, да, там 2011 год, типа, говорят, что фигня. А вот 2017 год не фигня, я не слышу разницы. Ну вот именно поэтому мне нужны сейчас такие молодые ребята, которые... Тексты, непонятно, чего вы говорите. А понимаешь, фараон, да, прям хочет вот так вены прям вытащить и выбросить. Ну да, фараон тоже. Я говорю, я прям погружаюсь со всех сил, но я иногда слушаю продакшн. Ну говням бы же продакшн. Я реально могу сама такое сделать. Но тем не менее, то есть это какая-то аудитория, с которой нужно работать. И, ну то есть просто нужны люди, которые ее понимают и с ней как-то живут. Сейчас просто вот уже давно-давно. Скажите, а что происходит с интеллектуальной музыкой сейчас? Что происходит с джазом? Нет, ну это же такое интеллектуальное. Кто-то же слушает такую музыку, почему вы смеетесь? Просто сейчас мы обсуждаем рэп, хип-хоп, но это же тоже часть рынка. Знаете, говорят, что там тоже бывают умные тексты, поэтому... Не, ну на самом деле, серьезно, ну как бы у того же Оксимирона, ну то есть у него тексты-то они такие, они, ну мало того, ну то есть да, там человек нормально разговаривает, он сейчас ездит с какими-то лекциями, ну то есть там он неплох. Ну слушайте, а из разряда ASAP Rocky, ну то есть вот как бы хип-хопер тоже, он выглядит смешно, но он ездит с лекциями, он реально прям очень умный мальчик. А по поводу интеллектуальной музыки, ну то есть классика занимает порядка 5% рынка, всего 5%. А джаз чувствует себя вообще плохо. Ну, то есть там такие цифры, что это, ну, то есть меньше 1%. Особенно после Ла Ла Ленд стало. Ну, собственно говоря, что стало? Как Ла Ла Ленд повлиял на джаз? Ну, то есть саундтрек стал, да, высоко. Ну, как бы. А, в смысле? Ну, в общем, на самом деле, я просто еще... То есть есть еще какие-то там истории, которые... Ну, знаете, тоже, вот что считает такой вот интеллектуальной музыкой? Потому что, на мой взгляд, например, тоже прогрок. Это реально дико прям такая вот... Ну, то есть это некая тяжелая классика. Ну, тоже чувствую себя плохо. Просто, знаете, иногда, например, вот современные авторы, я сейчас вот так навскидку не приведу вам пример произведения, но... Те же самые современные, не знаю, хаусовские музыканты, тот же Камин Хайтс, ну, к примеру, но он, скорее всего, нет, но из серии таких, они берут какое-нибудь классическое произведение, известное или там хорошо забытое, и кладут его на современную музыку, и оно хорошо идет. Просто смешивают несмешиваемое. Тот же самый трек Виктора Цоя, который хорошо зашел там на современную композицию, и вот этот сэмпл, который они использовали. Ну, относим ли мы к интеллектуальному, например, музыку в кино? Потому что мы знаем, что есть команды типа Ганса Циммера, которые делают, ну, полноразмерную, если можно так сказать, музыку, которая просто по времени идет дольше, потому что современные песни сегодня это формат 3-3.5 минут. Ну, есть тенденция к уменьшению, да. Мы зачастую говорим о композициях 15-19 минут. Можем говорить, конечно, некоторые бывают и меньше, но там размер больше. Поэтому сколько мы времени готовы просто потратить на прослушивание, тоже зависит от того, какую музыку мы выбираем. И сегодня, наверное, люди лучше сконцентрируются на 3.5 минутах и выберут что-то, что это правда. В том темпе, в котором они живут, чем будут тратить время на 19 минут. Это правда. И при том, даже большинство из этих русских, оно гораздо медленнее. Ну, слушайте, есть на самом деле вот этот вот пример радиостанции Like FM, которая запустилась не так давно в FM-диапазоне. Собственно говоря, вся фишка этой радиостанции, то, что там песни идут максимум 20 минут. Они берут и безбожно совершенно их режут. Просто вот так вот кромсают.
И радиостанции, было много попыток запустить какие-то радиостанции, они никак не влетали там ни в топ-20, ни в топ-10. Они вот своим вот этим вот форматом, они абсолютно легли точно на потребности аудитории. Аудитория плохо концентрируется сейчас, это связано со всеми, ну то есть со всеми факторами, это и соцмедиа, и диджитализация, ну как бы с этим приходится жить. Я могу сама, знаете, там типа постарчески возмущаться там где-нибудь в какой-нибудь концертной программе, когда сижу там типа слушаю 20-минутное произведение, что типа, блин, вот вообще никто не может сосредоточиться, кроме меня. Ну как бы жизнь она такая, поэтому да. Ну то есть это не хорошо, не плохо, это так оно есть. Как это радиостанция? Like FM. Да, у них реально, вот если вы послушаете, они в час умудряются впихивать вообще невпихуемое. То есть потому что у них они идут просто 2 минуты максимум, они сами берут, режут песни. Иногда артисты возмущаются, они такие, ну, сорянчик, либо ты у нас в эфире, либо не у нас. И вот так вот все происходит. Что-то еще? Какие-нибудь вопросы? А может, какие тенденции в мире происходят? То есть что сейчас снова взлетает, что умирает? Ну, продолжение, в общем. Ну, на самом деле, если на чарты смотреть, то есть, например, если раньше несколько лет очень сильно рулил EDM, ну, собственно говоря, танцевальная музыка, сейчас EDM уже, можно сказать, честно, мертв. Вот, на его смену пришла более такая, как бы, музыка, она танцевальная, ну, типа, без вот колбасни. И, собственно, ну, вот да, то есть тот же Hardwell, он пытается сейчас сделать что-то такое, ну, то есть там мы прошли через Tropical House. Вот, сейчас тот же Calvin Harris вообще прям делает какую-то спокойную историю. Хип-хоп так или иначе сильно проникает во все, потому что даже какие-то поп-композиции, ну прям за честь считают, какой-то либо кусок, либо аранж сделать хип-хоповский. Ну, наверное, вот из таких из основных тенденций это два. Да, танцевалка, но это точно совершенно все равно отсутствие полной гитарной музыки. Это танцевалка просто более мягкая, не EDM-овская, это проникновение хип-хопа, R&B. Вот. Можно чуть-чуть другой вопрос? Как сегодня в России мы можем оценивать популярность артистов? Потому что мы понимаем, что не все пользуются стримингом и не все покупают музыку. У нас вот ВКонтакте запустил, как я понимаю, вместе с рекламой. Но это просто модель монетизации. Но как мы можем сегодня оценить, насколько популярен тот или иной артист с точки зрения метрик? И, может быть, какие-то будут использовать? Слушайте, ну... Ну, знаете как, тоже, к сожалению, такой вот четкой метрики, когда мы собрали там все эти и составили хит-парад популярности артиста, ее найти сложно. Мы для себя, как звукозаписывающие лейблы, которые используем, собственно, основная для нас монетизация, это продажи либо стриминг, то, что мы получаем, для нас, безусловно, это является мерилом. И, например, там, если песня, бывает такое, что она стоит нормально на радиостанции, но она не продается, ну, то есть, как бы, мы считаем, что это не есть хорошо. А, то, что касается концертов, да. И это был показатель достаточно серьезный в разгул пиратства. И когда вообще, ну, то есть было очень сложно монетизировать какие-то вещи, тогда концерты, да, но сейчас, если честно, я думаю, что будет вот это вот как-то немножко конвергироваться, эти два показателя, то есть продажи, стриминг и концерты, они будут, ну, то есть как-то встречаться. Я просто добавлю, что когда мы говорим, например, о западном мире, то мы понимаем, что тот же YouTube, особенно в странах, где развит интернет, может быть показателем, потому что мы видим определенные тенденции. Но, например, на территории России, наверное, говорить о просмотрах на YouTube мы можем судить только по нескольким городам. Я насчет YouTube не согласна. Просто дело в том, что на YouTube иногда рулит не музыкальный материал, а рулит, например, там, типа, забавный сам видеоклип, и люди смотрят его из-за того, как это выглядит. И это не мерило популярности артиста. Поэтому, а мало того, я хочу сказать, что с YouTube музыкальная индустрия получает денег в разы меньше, чем со стриминговых сервисов. Поэтому, ну, я бы не сказала, то есть там, типа, 500 тысяч миллионов просмотров может быть реально не из-за популярности артиста, а из-за какой-то фишки, которая в клипе. Поэтому, ну, то есть отдельно YouTube вырван из контекста, я бы не стала использовать как... Нет, в данном случае не как вырван из контекста, просто как одна из метрик, которую мы можем... Одна из, в, да, в, но... В России был Billboard, который пытался какие-то чарты составить, но, собственно, сегодня уже Billboard'а нет. И даже, мне кажется, попыток как-то сегрегировать эту информацию в открытом доступе и составить, ну, единый чарт даже... Попытки есть, про них думают, просто немножко сложновато это делать, потому что должна быть коллаборация со стороны тех же сервисов, ну, то есть они должны предоставлять информацию. Но я могу сказать, мы когда смотрим, мы смотрим и сейчас обращаем внимание, по большому счету, в России на 3 фактора. Это стриминг, вот, причем стриминг мы сравниваем то, что популярно в ВКонтакте, то, что популярно в Apple Music, ну, то есть основные для нас такие вот показатели –
И третий фактор – это так или иначе медиа-присутствие. Те же родильные ротации, ну, то есть они все равно определяют. Просто в концертах мы не участвуем, их не организовываем, мы не знаем, что там происходит. Ну, то есть мы можем себе так примерно представить. Ну, в общем, да. Но основное для нас все равно монетизация контента. А можно здесь рядом вот вопрос, далеко не уходя от YouTube? Звезда YouTube, 60 миллионов просмотров одного ролика. Единственная в России гитарная группа, которая может собрать стадион. Так. Юлия Игосов берет. Так. Группа Ленинград. Так. Вот что это вообще? Слушай, ну, знаешь, здесь несколько моментов. Группа «Ленинград» лично я прям вообще очень испытываю к ним уважение, но несколько моментов. Во-первых, они уже давно вообще не гитарные. Если вот ты видел их выступление, это же просто супер-мега-балаган. То есть там гитар как... Гитары есть. Ну, и у Coldplay тоже до сих пор гитара есть. Нет, там это реально супер-мега-балаган. Ну и плюс ко всему, конечно, они офигенно с точки зрения скандального визуального контента работают. И у них же просмотры не из-за песен как таковых, а из-за этой истории. И, конечно, это очень круто. Прям... Это на каком лейбле? У них свой собственный лейбл, Шнур работает сам с собой. Я что-то пыталась там с ним какие-то вести разговоры, но работает сам с собой. В общем-то, нормально они сейчас себя чувствуют очень. Ну, если беру, нет, у них на концертах дико весело. Ну, то есть просто вот я в прошлом году на пикнике афиши на них смотрела, и я прям, ну, была в восторге, потому что просто ребята фигачат. И он, главное, такой. Но он еще, он просто совершенно такой вот, он такой, да, я клоун, все, у меня, может быть, теперь там прическа за $300, все дела, я весь такой ухоженный, не такой, как был 10 лет назад. Но он, тем не менее, работает именно развлечение. Молодцы, прям крутые. Ну, что это? То есть это грамотный промоушен, маркетинг, а все вместе. Еще какая-то, знаешь, вот чуйка. У него реально какая-то офигенная чуйка, что аудитории нужно. Потому что вот эти его фильмы, причем такие вот рассчитанные, ну вот тем же всем понятны абсолютно. Вот прям вот каждый смотрит и понимает, что это так. Прям все как-то вместе. Угу. Видели все этот ролик? Я просто реально угорала, потому что эта девочка из клипа, она на пикнике афиши стояла рядом со мной, где-то далеко стояли, когда она так говорила. Шнур, Шнур, это же я же. Да, прям прекрасно было. По поводу и маркетинга, и вообще стратегии звукозаписывающих компаний, ну вот Sony Music гигант такого просто. Ну, вопрос был как раз по поводу длительности композиции, по поводу жанров, которые сейчас выбирают. Ну, если вспомнить 75-й год и там «Ночь в опере», альбом Queen, ну тогда тоже такие долгие композиции никто на радио не ставил. Но тем не менее, этот трек выстрелил. И, в принципе, может быть, история повторится снова. Есть ли в планах у звукозаписывающей компании, в частности, Sony Music, такое направление, как, например, самим формировать будущую музыкальную культуру? Знаете как? Это такое... Ну, то есть не только искать и ориентироваться на рейтинги, а самим создавать. Это, знаете, такой вопрос. Дело в том, что так или иначе, индустрия всегда создает звезды, тенденции. И как раз-таки вот одно из очень важных качеств хорошего эндарщика – это не идти на поводу, не следовать тенденциям, а их пытаться формировать. Вот. Другое дело, что сейчас, наверное, я произнесу ужасную вещь, но мы понимаем, что если мы хотим работать не только вот на вот маленькую группу фанатов, если мы хотим работать на более широкую аудиторию, все равно, как ни крути, форматы музыкальные, киноформаты, сериалы, книги вообще сейчас, они должны быть достаточно доступны для широкой аудитории. А то, что доступно, это легко для восприятия, и поэтому сложные форматы со сложной структурой, с нагромождением инструментов, с кучей таких вот прям подтекстов музыкальных, ну, они работают на вот очень маленькую аудиторию, поэтому те тенденции, которые формируются, которые создаются, которые подхватываются, они все равно, ну, то есть так или иначе, вот они ориентированы сюда в большей степени, нежели сюда. Ну, то есть это нормально, опять-таки, это не хорошо, не плохо, это вот как оно есть. Что же, все, вопросы истякли? Именно там, чем отличается Sony от Universal, говорят, что вот, вы именно направлены, не знаю, гуманистические какие-то у вас цели есть, или нет. Да, у нас есть, у них вообще нету. Знаете, дело в том, что... Что вам бы хотелось, например, вашему лейблу каким-то образом музыкальную индустрию изменить и там
там не то, что проявить что-то, или что-то различное на какой-то области. Есть такое? Или таким большим лейблом даже нигде? Понятное дело, что большие лейблы, это по большому счету, это не просто там Sony Music. У нас есть куча подлейблов. У нас есть огромные лейблы, это там RCA, Epic, Columbia, это большие-большие лейблы. Вот. Но плюс ко всему у нас есть очень много лейблов, таких более узкоспециализированных, там танцевальный ультра, Ministry of Sound, который мы купили. У нас есть Black Butter, который делает такую более замороченную музыку. У нас есть Search and Destroy, прекрасный лейбл, который выпускает Ada в Heavy Metal. Прям вообще я иногда, когда мне присылают, думаю, о, сейчас послушаю, прям весь день буду здесь слушать. Вот, поэтому, мало того, ну, то есть люди же слушают артистов не потому, что они на Sony, например. Многие же даже не знают, на каком лейбле этот артист, а слушают, потому что этот артист. И, если честно, нам, знаете, нести какую-то именно глобальную гуманистическую миссию, с учетом того, что у нас огромное количество артистов, они все очень разные, нам немножко сложно. То есть я вот для себя лично вижу ее такое, что, ну, то есть понятное дело, что музыка так или иначе это огромная часть нашей жизни. Даже вот этот вот голубой огонек, они все равно не могут деться никуда от музыки, они ее слушают, вот, и музыка нам дает кучу эмоций, позитивных эмоций, и, соответственно, ну, вот наша, собственно говоря, цель сделать так, чтобы эти эмоции были доступны, чтобы они приносили больше радости, больше счастья, ну, то есть это как бы нормально и здорово, и хорошо. И опять-таки, я вот уже ссылалась на эту книжку, которую я читала, «Happiness by Design», мне она понравилась тем, что это, знаете, человек, который сам занимается именно поведенческой психологией, и плюс ко всему еще он экономист, его выкладки, они не такие там, давайте сядем в позу лотоса, снизойдет на нас через все чакры что-то, то есть у него очень научно обоснованные какие-то выводы, и он, у него есть там часть, как, связанная с музыкой, он перечисляет какие-то вещи, которые помогают ему чувствовать себя лучше и счастливее, и он считает, что это работает на более большой выборке. Он говорит про музыку, он говорит, что уделяйте какое-то время слушанию музыки, что действительно как бы, ну, то есть она влияет на ваше настроение, она влияет на то, как вы видите этот мир, поэтому, в общем-то, ну, то есть я вот вижу себя ровно. Да, сейчас напишу, она называется «Happiness by Design», а автор, сейчас я прям даже... Сейчас скажу, Пол Долан, причем на самом деле тоже, почему мне этот человек понравился и книжка мне его понравилась, дело в том, что он сам, несмотря на то, что он такой профессор, там всего лекции читает, он еще заикается, ему раньше это очень сильно мешало в жизни, он потом занялся спортом, и он такой, ну как спорт, он любит вейтлифтинг, как называется это, бодибилдинг? Качаться он любит. И он очень смешно выглядит. Знаете, такой вот человек-профессор, все дела, а выглядит, как, знаете, такой голливудский качок. Очень круто. И вот он говорит, что вот, ну, как бы на самом деле одна из составляющих, то есть там музыка, все понятно, сосредотачиваться на каких-то вещах, которые вы делаете, постоянно там, типа, соблюдать баланс между вещами, которые вам доставляют удовольствие, которые полезны, и спорт. Он реально говорит про спорт, что спорт вас тоже делает счастливым, поэтому музыка и спорт – идеальное сочетание. Вот так вот он пишется. Не знаю, я ее да, читала на нерусском. Да. «Счастье про счету», просто я читала, он, да? Читала его на буржуйском языке. Вот, и можно я еще скажу две вещи напоследок? Во-первых, я хочу сказать по поводу пиратства, вот тут вот упомянутого. На самом деле, всегда я произношу пламенные речи, вообще всегда везде, где не удается дойти до толпы даже в размере двух человек, а если выступаю на большую какую-то аудиторию, я всегда это произношу. Просто, ребят, на самом деле, то, что касается пиратства. Я слышу много аргументов там, по поводу, там, типа, вот лейблы вот такие, прям, типа, с моноклем, с сигарами, убийцы креатива. Я слышу аргументы, что, типа, артисты дофига зарабатывают, летают в частных джетах, пошли они нафиг, я буду музыку воровать. Я слышу аргументы, что, ой, я не могу найти музыку, вот когда мне сейчас хочется. На самом деле, вообще, прям, все фигня. По поводу лейблов я уже сказала, что как бы бизнес наш вообще, ну то есть просто он очень рискованный, очень низкомаржинальный, и мы только-только выбираемся на мировом уровне вот из этой ямы, в которой мы были, когда просто куча людей потеряли свои работы, да, там людей, которые прям абсолютно любили музыку, им приходилось что-то как-то идти куда-то еще. Артисты, да, безусловно, большие звезды, которых очень маленький процент, они там влетают на джетах и просто вот так вот едят сейчас икру ложками, пока мы с вами говорим. Большинство же артистов, они реально, ну то есть, им очень сложно выживать в нынешнем мире. Плюс ко всему еще всегда надо думать о том, что это
маленькие группы, маленькие артисты, которые могут стать большими, а могут и не стать большими. Это авторы, которые пишут, у них даже концертов нету. Ну, то есть они могут быть очень талантливы, они хотят кормить свою семью, они делают какие-то клевые вещи. И когда мы пиратим, мы, в общем-то, в какой-то степени вытаскиваем кусок хлеба от их детей. Вот. И всегда тоже говорю, вот у меня иногда я читаю лекции там, для молодых музыкантов, вот сидят они сами такие, вот мы творим музыку, мы хотим что-то делать. И тут же они мне говорят, там из торрентов что-то скачиваем. Я говорю, ребят, ну вы же сами реально хотите связать вашу жизнь с музыкой, вы хотите сделать так, чтобы вы могли жить за счет музыки, ну то есть вы хотите в этом быть, и вы сами обворовываете таких, как вы. Я даже в какой-то степени иногда цинично говорю, ну вот это цинично, но с другой стороны, вот хочется вам какого-то там супер-мега-мегастар послушать как-то, исключительно на Ютубе не покупать, ну фиг с ним. Но если у вас есть какие-то музыканты, которые, опять-таки, играют в интеллектуальных стилях, которые, ну то есть им сложнее живется. Ну серьезно, 169 рублей, даже 229, это вообще ничего. И музыку настолько сейчас легко получить, то на том же Apple Music, там, на том же Deezer'е, там представлено, то есть покрыто, ну не знаю, 95%